вам скажу откровенно. Вот есть у меня один друг, Влад. Он родом из Омска, живет в Израиле очень-очень много лет. Вот когда началась вот эта вот вся ситуация, он говорит: братан, это золотое дно, надо валить туда. Я говорю: в смысле? У него есть паб Шерлок в Хадере, в городе. Вот там вот он сейчас в Омске открыл сеть этих пабов Шерлок. Он говорит: послушай, сейчас здесь идет все. Все. Отсюда ушли все производители. Отсюда ушли все, то есть практически нет никакой конкуренции. Любое производство работает. Он говорит: золотое дно. У меня просто денег нет столько, чтобы вкладываться в это. Но я бы, например, с удовольствием бы вложился, правда. Вот я бы сегодня дернул в Россию и вложился бы. Подождите, вы из Израиля, вы знаете, что в России... Тут вопрос был не про бизнес, а про войну. Подождите, подождите, Алекс. А, да, вас зовут Даня, у вас еще токсины, ваш транспорт фонит. Скажите, Даниил, вас зовут Даня, да? Даниил? Да, меня Даник зовут. Даниил, как удобно. Да. Вы казах? У вас акцент казах? Нет, у меня отец молдаванин. В Казахстане вы не жили, ничего? У вас... А мама еврейка. Хорошо, я не знаю, у вас акцент... А фамилия у меня Джаманов, потому что есть в Молдавии такое село, Джаман называется. Хорошо, я не про это. У вас Хамас... Мы как... предки из этого села. Ваш Хамас... Что у нас? Ваш Хамас приезжает в Москву. Это у вас так сильно, Даниил? Наш Хамас, не, он не наш. Арабский Хамас, палестинский Хамас. Явно не нас, да. Арабский Хамас, так что террористический группировка. О, значит опять, Алекс, извиняюсь. Даня, у вас очень сильно... Давайте я сейчас задам вопрос, вы ответите на вопрос, я пойду к другому. У вас очень сильно фонит, у меня прям уши болят. Даня, это Клава. Он сказал, что он на машине едет, поэтому может поехать. Да. Я за рулем, да. Я знаю, но какой-то, может, ветер дует, я не знаю, как бы... Алекс, тоже не двигай телефоном, пожалуйста. У меня к вам такой вопрос. Кондиционер будет. А, ну так направьте его там, не знаю, на стекло. У меня такой вопрос, да. Смотрите, я не называю, что ваш Хамас, я не в том плане, что он ваш. Он ваш враг. Но враг, вот ваш, приезжает к Путину. И вы хотите внутри Путина, вот в его стране, делать бизнес. Получается, грубо говоря, вы приезжаете делать бизнес вот в сектор Газа, туда вот в туннель, где сидят эти хамасовцы. И говорят: охуеть, как круто. Там уже теперь любой бизнес открывай, потому что там оттуда весь бизнес ушел. Вы не про Россию говорите. Представьте, что Россия – это Хамас. И Томск, Омск, где там Тюмень, где он говорил, да? Это вот эта та дыра, куда вот залазят ваши хамасовцы, вот этот туннель. Вот вы туда едете, лезете со своим бизнесом. Вам не стыдно иметь такого друга и быть таким бездушным? Ну что вы выдумываете? Алена, ну что вы выдумываете? Ну правда. Ну, что давайте я, не будем что я выдумываю? Натягивать ежа на глобус. Я вам сказала. Все, я разговаривать с вами не буду. У меня подписчики из Израиля нормальные, понимаете? Они знают, что Хамас равно Путин. Они друг другу, знаете, как две половинки нашли. Они еще друг другу подходят, знаете, когда вот такой рисунок, когда вот другая фигурка не подойдет. А они подошли. Они подошли. Эти люди спонсируют друг друга, они вливают друг другу свои наркотики, там бизнес. Это все бизнес, это Путин и Хамас. Это и есть бизнес. Это миллиардный бизнес. Я говорю, вам должно быть стыдно иметь такого друга. И, вот, и вам должно быть стыдно, что вы такой. Не знаю, как относится, вот, как относитесь вы к тому, что вы живете в Израиле, но вы израильтяне тоже недостойны. Вы какой-то временный там еврей.